Добрый день, дорогие читатели! Сегодня вашему вниманию будет представлен обзор одной книги великого зарубежного романа 20 века. Это книга Бернхарда Шлинка «Чтец». Бернхард Шлинк – немецкий писатель и юрист, который родился в 1944 году. Детство его прошло в Германии. Отец его был лютеранином, профессором теологии, а вот сам Бернхард с детства увлекся литературой. В возрасте 15 лет ему очень помогал учитель, который привлек внимание к замечательным произведениям Стендаля, Толстого, Достоевского, Бальзака. Ну а потом оказалось, что любимый учитель был гестаповцем во времена Второй мировой войны. И так для Бернхарда открылась страшная тайна, которая повлияла на его произведения. После окончания гимназии Бернхард Шлинк закончил юридический факультет, защитил докторскую диссертацию, написал несколько эссе и научных работ и, конечно, стал писателем. И главный его роман – это роман «Чтец». Великий роман, который очень популярен не только в Германии, но и в других странах мира, а уже в самой Германии вошел в основную программу школьной литературы для прочтения учениками. Бернхард Шлинк написал много романов за свою жизнь. Это и «Женщина на лестнице», и «Возвращение», и сборник рассказов «Летний обман», «Три дня». Но, тем не менее, пока еще ни одна книга не произошла успеха «Чтеца». «Чтец» был опубликован в 1995 году, в 1997 переведен на английский язык и сразу стал бестселлером «Нью-Йорк Таймс». Много было различных отзывов, критики, в основном положительных, но также были, конечно, и отрицательные моменты. Но, тем не менее, вызвал огромный отклик среди читателей. И сейчас этот роман переведен уже на 39 языков мира. И, конечно, я надеюсь, что каждый из нас с вами хоть раз в своей жизни прочитает этот великий роман «Чтец». В чем же сюжет? На самом деле, сюжет охватывает почти 40 лет, и начинается он в конце 50-х годов в Германии, когда мальчик, 15-летний Михаэль Берг, встречает Ханну Шмидц. Ханне Шмидц 36 лет, и знакомятся они при не совсем таких стандартных обстоятельствах. Михаэлю стало плохо на улице, и Ханна ему помогла, привела домой, чтобы он пришел в себя. Спустя полгода, когда Михаэль вылечился от желтухи, оказалось, что у него был приступ желтухи, ему было плохо, он приходит к своей благодетельнице ее поблагодарить. Так завязываются между ними отношения между взрослой женщиной и молодым человеком. И, конечно, это были запретные отношения, Михаэль о них никому не рассказывал, он мало что знал о Ханне, но рассказывал ему только, что работает кондуктором трамвая, а также 21 год поступила в армию, а после войны занималась чем придется. И иногда вечерами Михаэль Ханне читал книги. Но спустя какое-то время Ханна пропадает, и встречаются уже герои только спустя 8 лет. На скамье подсудимых Михаэль видит Ханну Шмидц. Дело в том, что Михаэль поступил на юридический факультет и вот попал на процесс, где судили надзирательниц концлагеря. Среди них была и Ханна Шмидц. И тут Михаэль узнает страшную тайну Ханны и не знает, как поступить, открыть ее или нет. Прочитав эту книгу, вы, конечно, будете сочувствовать не только главному герою, но и самой Ханне. И здесь вот Бернхард Шлинк ставит очень важные вопросы. Это вопрос виновности и невиновности, вопрос нацистского режима, а также отношения между разновозрастными людьми, молодым человеком и взрослой женщиной. И Бернхард не дает никаких определенных ответов. Каждый читатель должен решить сам, а что же для него важнее, что главнее и кто был прав в этой истории. На самом деле этот роман не автобиографичен, но некоторые черты мы здесь видим. То, что Михаэль родился в семье профессоров, и то, что Ханна вот оказалась, да, среди надзирательниц концлагеря, то, что вы учитель, да, вспоминаем, в детстве был гестаповцем. И вот это, конечно, берет свою основу во многих романах, произведениях Бернхарда Шлинка. И перед нами судьба второго поколения Германии, людей, которые родились в конце войны и в начале послевоенного времени. И Бернхард Шлинк
вообще рассуждает о коллективной вине. Что делать, когда понимаешь, что вина очень серьезна, и рассуждает он о вопросах Холокоста, написал даже эссе на эту тему. И действительно, мы здесь благодаря деталям, вовлеченности и то, что от первого лица ведется повествование от лица Михаэля Берга, как бы проникаем во всю эту историю. Ну и в 2008 году этот роман был экранизирован. Главную роль сыграла Кейт Уинслет, роль Ханны Шмидтс. А роль Михаэля Берга сыграли два актера. Давид Кросс в молодом возрасте и уже Рэйф Файнс во взрослые годы играл Михаэля Берга. Некоторые факты были изменены, но в основном сюжет соответствует книге. И сам Бернхард Шлинг хотел, чтобы фильм снимался на английском языке. И уже решил, что именно Кейт Уинслет играет Ханну Шмидтс, но, правда, Кейт отказалась изначально, она в это время снималась в «Дороге перемен». Тогда начала сниматься Николь Кидман, но забеременела и ушла со съемок. И вернулась Кейт Уинслет, она уже в то время закончила съемки. И получилась очень сильная история, была номинирована на «Оскар», и Кейт Уинслет получила «Оскар» за лучшую женскую роль в этом фильме. И, конечно, фильм популярен так же, как и книга, его по-прежнему смотрят и любят. Я вам очень рекомендую сначала прочитать сам роман «Чтец», а потом уже посмотреть экранизацию и сравнить. Еще интересный момент, что режиссер Стивен Долдри, который снимал фильм «Чтец», прочитал за один присест весь роман, когда ехал в поезде, и уже решил его снимать. Создавали его этот фильм в течение года. И достаточно много откровенных сцен в книге, которые нужно было воплотить на экране. И Давид Кросс должен был стать совершеннолетним. Ему должно было исполниться 18 лет, чтобы сниматься в этих откровенных сценах. Поэтому сначала были сняты другие сцены в фильме, а потом уже такие вот любовные сцены были сняты. И, конечно, роман здесь трагический, но, тем не менее, сильное впечатление он на вас произведет, поэтому я рекомендую вам к нему обратиться. И вообще сам Бернхард Шлинг говорил в этом романе так. Я не считаю нужным давать готовые ответы на вопросы морали. Но я тем не менее признаю, что многое зависит от того, как ты ставишь проблему. И вот как поставлена проблема в этой книге, вы узнаете. И, конечно, сами решите, что для вас здесь самое важное, как кого стоит судить или не стоит никого судить. Так что я призываю вас прочитать этот замечательный роман, также обратиться к другим произведениям писателя. Их достаточно много в Центральной городской библиотеке имени Ломоносова. Очень вас ждем в нашей библиотеке. Приходите, пожалуйста, к нам, берите хорошие книги. Спасибо большое за внимание и до новых встреч!